Да, мы продержались. А что еще там? Все, мы открыли. Добро пожаловать на мой канал. На вампиров вышло обновление. И сейчас будем с вами смотреть, что добавили. Так, насколько я знаю, добавили новую аркану. Поэтому давайте в достижения сразу. И что у меня не открыто? Так, ниже, ниже, ниже. Какое-то стекло волшебника. Открывает мерчант. А, новая карта, да. Как раз новая карта. Так, эти были. 300 минут в Гала-Тауэре. Ух, там, наверное, будет тяжело. А вот с кем еще? А, вот, какой-то Паскуалина. Паскуалина, может, он уже есть. Да, вот, Паскуалина. И, блин, пойти за Паскуалина или пойти за Леду на новую карту? Давайте на Леди на новую карту. А она не открыта. Чтобы ее открыть, что там нужно? Гипермод. На всех четырех стадиях нужно пройти. Ох. Ну что ж. Ну давайте-то на башне Гала попытаемся выжить. Почему бы и нет? К победе и самоутверждению. Давайте голубка берем. Голубка, заморозочку, щит. Библию. Хотя вообще это книга короля. Это кого это волнует? Кому как удобно, то так и называет. Радиус берем, чтобы поднимать эти кристаллики. Череп маньяка. Да можно, в принципе. Давайте еще череп маньяка, быстрее будем качаться. Блин, исключение сразу убрать топор, нож. Сразу нож не хочу убрать. Не хочу даже о нем ничего слышать. Заклинатель сразу возьмем. Так, копье времени. Ой, пошли летучки мышки. Мышки летучки. Но они быстро отлетают. Канделябр можно взять. Кстати, зря я заклинатель брал. Блин, там шмизу. Все, попытаемся качать сейчас то, что у нас уже есть. Потом делать эволюции и думать. Ну, потому что нужно взять не голубя, еще одного. Он не падает. Святая вода, блин. Пока пропускаю. Хоть хочется взять, капец как. О, нифига, какой сразу сундук. Нормально так навалило. Ненавижу этих скелетончиков. Как-то не туда немного стреляет. Там такая орда идет сверху, а она стреляет вниз. Блин, уже третий раз. Нет. Пропускаем. О, покушать. В принципе, я не против, это ж халява. И не тюремная баланда. Ну, нафиг рассыпался. Вау, ху-ху-ху. А, используем аркану на отскок для наших снарядов основных. Ты палочки жезла. Песня маны. Хочется ее взять, но... Пока что подождем. Ибо еще щит нужен. Да, чуть не забыл. Ах, тогда надо и тирамису попытаться взять. Попытаться взять. И нужно, чтобы быстрее перезаряжалось. Дерьмище. Ну ладно, песню маны можно взять. Хотя мне кажется, что щита мне не видать. Так, а вот тирамису. Тирагису, кстати, тут не тирамису, а тирагису. Все, оживление у нас есть. Остался щит, но если щит я возьму, не смогу сюда собрать птичку улучшенную. Поэтому вначале птица, потом щит. Думаю, все будет так, как я хочу. Хотя маловероятно.
Возьмем еще одно оживление. Конечно, сборка чудацкая. Странная, много мусора. Ах, сейчас не смогу взять. Хотя, может, я вообще не смогу сделать эволюции птицы. Тоже надо об этом задуматься. Ну, надеюсь, то, что сделаю. Очень надеюсь. Хоть и 9-я минута только еще. Это фарм. Ух, как вкусно. Хотя бы Библия то, что там была, везет. Блин. Говнище. Ладно, все не то. Череп маньяка можно прокачать. Чтобы еще больше надрываться. Ой, мне кажется, ли там был босс? И он так быстро отъехал. Умер, боссик. Ох, опять этот сундучок. Какого у нас уже левела? 5-го, все, и надо запретить. Блин, меня замедляют. Как мерзко и подло они меня замедляют. Главное, что-то не то не взять, а то мискликну и хана. Исключение. Все, копье времени. Если маны, можно. Сжигаем всякую нечисть. Надеемся, то, что мы выживем 30 минут у башни Гала. Опа. Арканочка. Давай, берем это. Эффекты. Мне до сих пор эта птица не выпала. Уже 10 уровней почти набрал. Да, есть. Черная птичка, которая поможет нам выиграть этот забег. И даже до 31 минуты. Мало кому это удавалось. Хотя ходят легенды, то что есть такие герои. Оу, еще сундучок. Песня маны. Лучше бы, конечно, птичка. Быстрее соберу эволюцию, быстрее освобожу место. И быстрее могу собирать уже щит. Тут я хочу щит собрать, а к щиту хочу взять уменьшение перезарядки. Уменьшение отката оружия вроде называется. Птичка? Эволюция. Вот бы, конечно, да, эволюция освобождала место и переходила, например, еще ниже. Это было бы невероятно удобно и был бы смысл как можно быстрее собирать эволюцию. Тогда в конце ты собирал бы какой-нибудь трешак полнейший. Так, размерчик можно. А на откат нужна книжка, да, том. Осталось 3 раза собрать. Блин, дурацкий этот призрак меня замедляет. Осталось 3 раза взять черные крылья, и все, эволюция будет готова. Ну и сундучок, естественно. Уже 2. Блин, где ты, чертила? Что ты по мне так стреляешь и замедляешь меня? Вот только появись. Песня маны. Ой-ой-ой, обстрел. То есть на меня, на самого действует святая вода. Негативно. А, ну да, мы же сами как бы вампиры. Хотя на свою-то воду мы можем наступать. Что там за черт такой? Ой, нифига он, кстати, дамажит. Ты кто такой? Получай. Внутри не умирает пока что. Держится. Ну, это недолго будет. Все, отъехал. Как-то его раньше не замечал. Все, птичка есть, вандалист. Отлично. Ух, какой жесткий.
Теперь надеемся на щит. Надеемся, надеемся и молимся. Еще какая-то эволюция. Песня маны. Манаджа. Звучит как что-то стрёмное такое. Как будто древние африканские какие-то ритуалы. Призывание всяких злых духов. Уменьшает откат, да. Похиляемся. Пока щит не выпал. Черт. 60 уровней уже набрали. Вот теперь точно набрали. Давай уменьшим откатик. А может, можно на месте стоять? В принципе, Библия, Манаджа и Вандалист. Ой, какой-то там рыцарь темный идет ко мне. Ну, не может подойти, не может прорваться через мою оборону. Офигеть. Офигеть. Итак, что ты там мне принес? О, Том. Найз. Блин, все еще нет щита, черт. Ой, скелеты, как вам плохо. Просто рассыпаетесь. Блин. Какое говно. Ну давай кошек. Пойдем туда наверх. Заберем то, что наше. Никто же не против из вас, вампиры? А если против, то с вами разберется мой вандалист. А он нервный, даже очень. Ах, капец. Просто бальзам для глаз и ушей. Хотя для ушей, думаю, не такой уж и бальзам. Кошка, мурмуры. Да, шли. Берем. Ой, львы, скорпиончики. Кстати, да, размер оружия работает с этих кошек, вон они какие большие бегают. Ой-ой-ой, нифига, у него щупальца разорвало. Ядрить, колотить! Краб, что-то у тебя плохо с щупальцами, все. Убили. Убили и получили львиную долю белка. О, кошечку прокачали, но еще наруч. А, нет, его тоже прокачали мы. Быстро. А, мне надо похиляться. Блин, эти големы мне все больше и больше напоминают голема из Diablo 2. Кривинова. Прям копия. Хил. Что там у нас в сундучках? Вот наш первый сундучок. Его мы открываем, и он пятерной. Сколько я золота получу? Наверное, 300-400, да? Ху-ху. И 150. 160. Две, блин, капец. Еще 200. Я думаю, куда больше был. Вот это урон. Да, бесчета, конечно, тухленько. Там, наверное, в том сундуке аркана будет, да, еще одна. Можно всего лишь на секунду отвлечься и умереть. Там наверху сундук. Вот он, вижу его. Тут тухленько, вроде раньше сундуки больше приносили, или мне кажется. Но я надеялся, по крайней мере, то, что сундук пятерной даст куда больше. Ой, большой левчик. Лев против магии, да? Ну, он быстро отлетает. 62. Но все же, все равно маловато.
Хотя вот 62 уже больше похоже на правду, то, что было. Как же приятно вас кромсать. Это как будто бы глиняные големы, но при этом со вставками из мяса. О, змеи. Осталось совсем немножечко. Ух, лишь бы заморозка правильно прокнула. Ну, у меня еще и два оживления. Волнуюсь такие. Вроде в спешке в два раза время быстрее идет, да? То есть 15 минут потратили. Надо продержаться 30 секунд. 30, мать его, секунд. Ой, как хорошо эти кошечки легли. Сюда прибираемся. Так, все отлично. Так, мы замораживаем его. Как больно! Господи боги! Меня сжигают! Так, половину выжили времени, половину! Давай! Так, оживление. Нет, не-не-не-не-не, игра, ты чё? Отлично, мы заморозили его. Бежим, 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 хиляемся. Получай, получай, получай. Еще одно оживление. Все-таки оживление вообще не зря брал, прям вообще. Все, давай, покеда. Бежим, бежим, бежим. Мы выжили уже. Капец, это дурацкая святая вода сделана для того, чтобы я не стоял на месте. Как же она мешает. Ой, нифига там урон. Фух, ну ладно, мы продержались, да? Да, мы продержались. А что еще там? Все, мы открыли. Отлично, новую карту! Во-первых, Аркана. А сейчас мы посмотрим, что она дает. На этом герое. На новую карту. Только это уже будет в следующей серии. Спасибо за просмотр. Ставь лайки.